Приветствую вас, аноним. Жалко, конечно, что аноним. Хотелось бы по имени к вам обращаться, но таков ваш выбор, поэтому мне остается только его принять. Вы знаете, если говорить про энергию, вот, как вы ее описываете здесь, вот, точнее, вы используете такое слово «энергетику», когда уже нет сил, нет желания жить и безысходность, то многое зависит от, наверное, самого процесса, от подхода многое зависит, от подхода к, ну, подхода к психотерапевтической школе. Потому что, например, гештальт, подход, он больше он больше про про чувства. Он больше про чувства, больше про какие-то эмоции, больше про переживания, вот. И это именно вот, именно гештальт подход, если мы говорим про гештальт подход, да. А если мы говорим про, например, когнитивно-поведенческую, терапию, да, если мы говорим про когнитивно-поведенческую терапию, это, ну, соответственно, другой подход немного, вот. Если мы говорим про терапию реальности, например, терапия реальности, да, если мы говорим об этом, допустим, если мы говорим в этом ключе, вот, то это, ну, это другое. Это другой аспект. Вот. И, соответственно, очень важно здесь вот в этом моменте постараться как-то вот, ну, понять, да. Очень важно в этом моменте, ну, постараться разобраться с тем, допустим, вот, ну, какой подход там вы выбираете, к примеру, да, или какой подход там, допустим, выбираю я, к примеру, вот. И, соответственно, исходя из этого, уже можно будет ну, о чем-то говорить, да. Исходя из этого уже можно будет, значит, ну, как-то вот двигаться, вот, потому что, ну, понятно, что подходы у всех разные. А я предпочитаю думать, например, что энергия, если она, ну, если ее нет, да, вот,
то она, ну, как бы, на что-то тратится. То есть она на что-то расходуется. Вот. Причем человек не всегда, вот, ну, как бы, понимает, на что она тратится. Вот. И это, конечно, очень, ну, влияет. Поэтому я бы сказал, вот, что нужно разобраться с тем, на что тратится ваша энергия. Вот. Куда она уходит, эта энергия. И, соответственно, уже потом дальше уже смотреть, да? Ну, то есть исследовать этот момент. Стараться, по крайней мере, его исследовать. А безысходность — это, вот ощущение безысходности — это, конечно, на мой взгляд, про некоторое такое депрессивное состояние. Вот, да, про некоторый такой вот, ну, достаточно негативный момент, я бы сказал, вот. И на мой взгляд, ну, вас, на мой взгляд, что-то подавляет, да? Вот. Соответственно, поисследовать вот этот момент, что вас подавляет, например. Куда тратится энергия ваша, на что она уходит. Ну, вот это было бы, на мой взгляд, очень хорошим и адекватным решением. Вот. Хотя не всем это решение может подходить. Вот. Совершенно не всем, не каждому может такое решение подходить. Это нужно понимать. Вот. Нужно понимать этот момент, мне кажется. Вот поэтому тут я бы сказал, вот, нужно разбираться. Ну, ну, я бы, по крайней мере, так это озвучил, вот, что нужно разбираться. Вот. Смотреть, конечно,
Он, да. Вам этот момент. Изучать и исследовать. Вот, но. Мне кажется, что вы тратите, вероятно, вот свои силы, да, на много своих сил тратите на то, чтобы ну, решить какую-то проблему. Вот. Например. А проблему, ну, далеко не любую проблему можно решить. Вот, и если вы, например, игнорируете, да, то, что проблему решить нельзя, то, ну, соответственно, получается вот такой негатив, как мне кажется. Поэтому я, в принципе, пытаюсь обратить ваше внимание на то, например, что ну, важно именно вот увидеть, на что ваша энергия тратится. Вот. На что она расходуется. Ну, вот. И как бы уже исходя из этого смотреть, что с этим, в принципе, можно сделать. Как-то так. Тут важно все. Вот. Тут важно вообще все. Начиная там от ваших целей в жизни и заканчивая там, ну, всем остальным, да, как бы, вот. Поэтому на мой взгляд, ну, вот, примерно так, наверное, как я это вижу. Опять же. Опять же, да, вот как я это вижу. То есть, ну, я могу, в принципе, быть неправ. Вот. Как-то так, пожалуй, я ответил бы на вопрос, на ваш. Ну вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, я бы, наверное, такой ответ дал какой-то. Вот. Дальше уже можно какие-то вариации, ну, в какие-то вариации уходить. Вот. А в какие-то вариации можно уже двигаться дальше. Вот. Но
как мне кажется, что суть от этого особо не меняется. Как бы. Вот. По крайней мере, мне так кажется. А по большому счету, если, ну, если такая история, что, допустим, ну, у вас на что-то энергия тратится, да, вот именно на что-то. Вот, то достаточно, в принципе, смотреть на что она тратится. Вот. Поисследовать этот момент. Вот. Поисследовать этот момент, и я уверен, что мы найдем на что. А вы и тратите свою энергию. Вот. И, соответственно, можно будет уже с этим что-то делать. Вот. Как-то вот, наверное, ну, так, как такая история. А вот. А, вот, в принципе, наверное, такой аспект я бы мог вам дать. Ну, вот. С точки зрения с точки зрения психотерапии, да? На этом все, пожалуй. Вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу, там позволит начать работу над собой вам. Вот. Позволит вам лучше вот, себе разобраться. Вот, конечно, такие вопросы сразу не решаются. Вот. То есть, ну, понятно, что нужно время. Какое-то. Чтобы этот вопрос решился. Чтобы вы как-то вот, ну, может быть, перенастроились. Чтобы вы перенаправили свою энергию на что-то другое. Вот. Куда-то другое место. На что-то другое. Но во многом это зависит от вашего желания. Вот опять же, вы говорите восстановить энергию, да, это
хорошая история насчет восстановления энергии, но вопрос, который, как мне кажется, вам нужно себе задать. Вот. А что я, собственно, вообще вот, ну, с этой энергией буду делать? Вот. То есть, ну вот я ее восстановлю. Например, завтра. Вот. Я ее восстановлю, эту энергию. Что я буду делать? Ну, с ней. Как я буду этой энергией пользоваться? И буду ли я вообще ей пользоваться? Это важный тоже момент. Если нет мотивации, если нет, ну, если нет какой-то цели, то будут серьезные проблемы. Вот. В этом смысле. Поэтому я бы сказал, что это один из ключевых моментов. Вот. На который вам нужно обратить свое внимание. Потому что, ну, без целей, да, без каких-то историй. Вот. Вам не получится активизировать свои ресурсы. Это все, надеюсь, что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать работать над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваши проблемы будут решены.